Ой. Ну и чего, долго смотреть будем? Давайте уже начинать. До завтра справитесь? Вы сейчас серьезно? Конечно, серьезно. А что тут делать-то? Посмотрите. Коробку поставьте. Двигатель пристегните. Колеса наденьте. Гиалуроночки немножечко в кузов добавьте, чтобы она раздулась. Можно стеллаж, можно корею. Но лучше стеллаж, он дольше стоит. Поэтому до завтра, надеюсь, справитесь. И без шеллака? Послушайте, кто им вообще права выдает, а? Послушайте, мне сказали, что у вас лучший сервис. Я очень надеюсь, что до завтра вы справитесь, потому что мне на этой машине завтра нужно уехать в Великие Луки. Меня там вообще-то люди ждут. Блять. Вы можете ответить мне нормально на вопрос? Вы до завтра справитесь? Меня там мама, бабушка, папа ждет. Братик, пожалуйста, до завтра справляйтесь, я в вас верю. Отче наш, ежеисина небеси, да светится имя. Да вы что, издеваетесь? Да придет царствие твое. Пошлите делать.